Что говорит о тебе твоя поза сна? Иногда стремление взять с собой спать игрушку или обнять одеяло по всей длине может говорить о том, что у человека могут быть проблемы в личной жизни. Так спят люди с синдромом хронической усталости, те, на кого давит груз ответственности. Зачем в Японии перед домом ставят бутылки с водой? В Японии рядом с забором везде ставят бутылки с водой. Те, кто были в Японии, наверняка это замечали. Оказывается, это своеобразная привычка. В Японии очень большое количество кошек, и когда они начинают бороться за самку, то коты начинают метить территорию. Но я надеюсь, ты знаешь этот факт, что коты не могут мочиться в воду. Поскольку бутылки прозрачные, они видят, что внутри находится вода, и проходят мимо. Люди, в существование которых трудно поверить. Этот мужчина питается только воздухом. Этот мужчина живет высоко в горах в Индии, и он спускается с гор всего лишь раз в год, чтобы увидеться со своей семьей. И оказывается, что он не ел и не пил уже целых 17 лет. Он утверждает, что питается воздухом, потребляя его через волосы на своей голове. И недавно ученые доказали, что он говорит правду. Его желудок истощился из-за ненадобности в пище, и это взрывает мозг. Зачем в зоопарке выдают очки с изображением глаз? После того, как из вольера вырвалась горилла и напала на женщину, всем посетителям раздают очки с изображением глаз. На очках нарисованы глаза, которые смотрят в верхний левый угол. Это сделано специально для того, чтобы не встречаться глазами с приматом, потому что для них встреча глазами является прямым признаком агрессии. Это самая жуткая древняя традиция в Китае. Бинтование ног – это древняя китайская традиция. С самого раннего детства девочкам начали бинтовать пальцы к ступням ног. А идея заключалась в том, чем меньше ступня, тем красивее и женственнее должна была выглядеть девушка. Эта традиция продолжает жить и до сих пор.